Сашка, у тебя есть друг? Конечно. Я со своими друзьями познакомилась еще в школе. Мы не только вместе учились, дежурили, ставили спектакли, ходили на субботники. Мы преодолевали все трудности вместе. Это нам помогало научиться дружить. А как правильно дружить? Кто в дружбу верит горячо, кто рядом чувствует плечо, тот никогда не упадет, в любой беде не пропадет. А если и споткнется вдруг, то встать ему поможет друг. Детей надо учить не только знаниям, но и жизни. Школа Ломоносова.